Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Согласно документу, пойманный в первый раз нетрезвый водитель должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного задержания размер штрафа увеличивается до 50 тысяч рублей, а верхняя планка штрафа достигает 200 тысяч. Также закон устанавливает нижний порог уголовной ответственности за подобные преступления. Так, если в результате вождения в пьяном виде по вине водителя случается ДТП, в котором есть пострадавшие, ему будет грозить от 2 до 7 лет лишения свободы. А если по вине пьяного в ДТП погибли люди, то наказание предусмотрено от 4 до 9 лет лишения свободы. Добавлю, это пока только первый этап принятия закона.